Маккуин уже распрощался со спортом. А между тем, Джексон Шторм продолжает одерживать победы. Последний круг, и по-прежнему острая борьба между 6-м и 12-м номером. Но что мы видим? Стремительный Хадсон Хорнет рвется сквозь толпу в двойке лидеров. Неужели он и сегодня покажет чудо? А вот и оно! Невероятный маневр, и Хорнет впереди всех. Он лидирует большим отрывом. Соперники позади. Его механик Вышлоп торжествует. Потрясающе! Ну что это? Хадсон Хорнет потерял управление! Хадсон Хорнет потерял управление! Вот и все, сынок. Осталось 4 поворота. Не нервничай. Ждешь первого, идешь на обход. Пошел. Квин пошел на обход. Чего, Динго, оторвались. Похоже, на Квин вышел из гонки. Вы покончили со спортом. Я покончил. Точно. Авария в 54-м. Это со мной покончили. Когда собрали по частям, я вернулся. Знаешь, что мне сказали? Ты спекся и заменили перспективным юнцом. Я еще многое мог, но доказать мне не дали. Первый кто? Ты? Вы верно поняли.